начиная с 1960 года, работал в театрах Рязани, Калуги, Ульяновска. С 1974 года он в труппе Тверского театра драмы. В 1975 году окончил ГИТИС. Автор пьес «Об уличном фонаре», «Верен тебе», «Не спится ночами», которые были поставлены на сцене Ульяновского и Тверского театра. В 1996 году на сцене МХДИМ А. П. Чехова в рамках программы «Национальное достояние России» состоялся бенефис актера в спектакле «Анна Каренина». В 1999 году за исполнение роли Каренина выдвигался на соискание Государственной премии России. Преподавал на Тверском курсе Высшего театрального училища им. Щепкина, профессор, на сцене Тверского драматического театра поставил спектакли «Волки и овцы», «Бешеные деньги», «Женитьба Белугина», А. Н. Островского, «Чайка», «Дядя Ваня», А. П. Чехова, «Милый друг», Мопассана, «Эксперименты доктора Реля», Алехандро Кассоне, «Две женщины», Тургенева, «Любовь пани Конти», Заградника, «Так и будет», Симонова, «Любовь Маргариты Готье», «Дюма сына», «Собака на сене», Лопе де Вега. С 1988 года возглавлял Тверское отделение Союза театральных деятелей России.